В ЖК «Гусарская баллада» восстановлено водоснабжение. На прошлой неделе микрорайон посетил глава муниципалитета. Андрей Иванов поставил подрядчикам жесткие сроки – завершить все работы к 7 октября. Специалисты справились даже раньше времени. Работы проходили усиленными темпами. Бригада работала без выходных практически весь световой день. Были проложены трубы методом горизонтального направленного бурения. Эти трубы послужили футлярами уже для рабочих труб, которые были уложены сами, трубы водопроводные. И, соответственно, благодаря применению современных технологий и слаженной работы бригады была достигнута такая быстрая скорость по подаче воды в дом по постоянной схеме. Для прокладки водопровода использовали современную технологию, позволяющую обойтись практически без земляных работ. Горизонтальное направленное бурение позволяет вести коммуникации без рытья длинных траншей, избегая ущерба для благоустройства, бессильного шума от строительной техники. Требуются лишь небольшие начальные и финишные котлованы. Спецтехника делает тоннель, через который затем и проходят трубы. На сегодняшний день у нас выполнены работы по строительству двух новых водов. Протяженность новых водов более 80 метров. Вот, соответственно, на сегодняшний день вода в дом подается уже по постоянной схеме. Шланг сейчас демонтируют, и жители получают воду в том виде, в котором они должны были ее получить сразу по проекту. Шланг демонтирован, теперь в нем нет необходимости. Проблемы с водой для жителей микрорайона ЖК «Гусарская баллада» закончились. Водопровод имеет повышенную защиту. Его поместили в дополнительную жесткую магистраль по принципу «труба в трубе». По поручению главы администрации округа инициируют передачу этих коммуникаций на баланс муниципалитета. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».